Губернатор Приморского края Олег Кожемяка провел совещание с руководителями коммунальных предприятий региона, энергокомпаний, профильных ведомств и глав муниципалитетов. Прошедшие холода показали ряд сбоев в работе коммунальных систем в городах и районах края. Артем, Владивосток, Большой Камень, Находка, Надеждинские, Партизанские районы. Именно с этих территорий поступило наибольшее количество жалоб от населения. Как доложили руководители энергопредприятий Приморья, компании уже выполнили ряд превентивных мероприятий. Так, за прошедшие дни завершилась модернизация сетей и оборудования в Надеждинском районе, что позволило уменьшить число аварийных отключений. Энергетики уже сформировали дополнительные бригады, оснащены всем необходимым оборудованием и готовы трудиться в праздники. Все предприятия отрасли перешли на усиленный режим работы. Олег Кожемяка поставил задачу обеспечить бесперебойную работу предприятий жизнеобеспечения края в праздничные дни, а также поручил еще раз проверить переключение на резервные источники питания котельных других важных объектов. Несколько дополнительных дизель-генераторов доставит Большой Камень. На особом контроле находятся северные районы. В частности, дополнительные источники питания привезли в ряд сел Красноармейского района. Мы вместе с ресурсоснабжающими организациями, с главами муниципальных образований проанализировали всю работу наших сетевых компаний, теплоснабжающих, водоснабжающих компаний в период низких аномальных температур. Те проблемы, которые возникали в Шкотовском, Надеждинском районе, в Находке, в Большом Камне, части в Владивостоке, с тем, чтобы на выходные дни, на праздничные дни, которые будут довольно длительными, были учтены эти ошибки, усилены аварийные бригады, непосредственно дежурство проводили в такие дни сами руководители на местах, были зарезервированы источники питания дополнительные в случае отключения линий электропередач. Были непосредственно проверены все и вторые федера, вторые источники подключения, был на месте ЗИП, с тем, чтобы в случае аварии, которые могут возникнуть на теплосетях и на электросетях, было мгновенное реагирование. Также Олег Кожемяка заострил внимание МинЖКХ Приморского экологического оператора на недопущение сбоев в вывозе мусора. Для этого будет скорректирована работа перевозчиков, привлечена дополнительная техника. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.